Староселье. Старый город Бахчисарай, смотрите. Красиво. Вот такие скалы просто снимать солнце. Это не мы, это дорога такая. Ни разу. Да, потому что дорога вот так пошла на Чукоткале. А это параллельная, только снизу. Я видела сверху, там так красиво прям жить. Я хочу там жить. Вот мое было желание. Там говорят, не только вот красивая природа, а атмосфера совсем другая. Я не пожалела. Очень. Я вообще от скал, я балдею от скал, вот серьезно. Говорят, скалы, они придают силу. Красота. Лопата. Это древнее жилище получается. Класс. Вот параллельно вот там, прямо с горкой, идет дорога на Чукоткале. Мы даже можем его увидеть. Вон там. Вон. Шикарно. Можно прям выйти. Выйдешь сейчас. И поснимать. Вниз. Да, все, мы приехали. Да. Даже выходить надо. Не, вот это мне мешает. Мешает. Все, стоп. Опа, во. Класс. Видите, какая скала вот эта интересная. Сейчас я как поменьше сделаю. Это вот она. Чудо просто. Люди, мы в святом месте, между прочим. Горка просто.
Вот. А чуть поменьше. Класс. Тут вообще говорят, захоронена на Чхоткале, захоронена это Матерь Божья. Поэтому это место считается святым. Тут там все вот колодец, например, старые, вот как водохранилище или что-то. Там надписи еврейские. Класс.